Капитан Коури теперь не часто приводит рекрутов. Видимо, его впечатлили твои навыки. Я много времени провел в водище. С фриками обходиться умеешь? Да, сэр. Я знаю столько же, сколько все, сэр. Славно, славно. Заходи, пусть док тебя осмотрит. Пульс хороший, сердце сильное. Тут нехилый ожог. Как это вышло? Да я тут оладьи жарил. Оладьи, говоришь? Кто перевязывал? Я сам. Настамаль? Неплохо. Спасибо. Рука нужна, повязку не снимай. Усёк, амиго? Да, да, я понял. Через пару дней пусть зайдет на осмотр. Ладно. Ну, док? К службе годен, Лорувьен. Задачку поручить можно? Нет, док. Я Тьена Новия. Он уже занят. Я понял. К ведьме пойдет. Вайкон Диос. Удачи, амиго. Идем, сынок. Я не терплю нарушения субординации, когда офицера называют ведьмой, но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение. Да, сэр. Я делаю исключение, потому что всем, кто еще жив, уготована своя роль. Ты веришь в Бога, Сент-Джон? Я на эту тему не задумывался, сэр. Самое время задуматься. Мы часть его замысла. Все мы. И моя роль – вот эта. Сэр? Это место. Мне было видение. Не такое, конечно, как описано в Ветхом Завете. Никаких огненных колесниц или горящих кустов. Просто я проснулся однажды утром до того, как на мир обрушилась Божья кара, и понял, это то самое место. Крейтер Лейк, Уизард Айленд. Я называю его Ковчегом. Тебе знакомо предание о нем? Да, то есть, да, сэр. Ну, про него же все слышали. Все ли? Ты удивишься, как мало людей читали Библию или книгу Откровения. Вы имеете в виду книгу Бытия? Про Ноя было в книге Бытия, сэр. Да, конечно. Надо привести тебя в соответствующий вид. Как скажете. Ну, нормальной формы у нас, конечно, нет, как это ни печально. Сейчас что-нибудь... О! Вот. Ну-ка, примерь. Вроде как раз. А это здание? Если не возражаете, это подарок от старого друга. Старого друга? Друзья теперь мало у кого остались. Это уж точно. Ладно, боец. Но только спрячь и не носи. Ты теперь из наших. Вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми. Но раз капитан Коури отрекомендовал тебя как человека опытного, мы тебя повышаем сразу до капрала. Спасибо. Поздравляю тебя, сынок. Спасибо, сэр. Ну... Подыщем тебе работу. Так вот, о чем я говорю? Вы рассказывали про ковчег, сэр. Да, ковчег. То, что ты сейчас видишь, лишь малая часть его. У нас за спиной целая сеть пещер и тоннелей, которые тянутся до самой вершины. Когда мы закончим, они будут заполнены тысячами семян, растений, компьютерных файлов и книг. Даже если мир умрет, наши достижения в медицине, науке и технологии не умрут вместе с ним. Нет, сэр. Но этот остров не просто ковчег, капрал. Это твердыня, это крепость. Здесь, у северных ворот, мы складируем боеприпасы, чтобы начать наступление на фриков.
У нас есть винтовки, гранаты, пулеметы, гранатометы. Есть оборудование, чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров. Это инженерно-механическая часть. Если тебе нужно починить мотоцикл, обратись к дежурному. И, как видишь, за счет того, что осталось от Национальной гвардии, мы строим свой парк грузовиков и других машин. После того, как мы расчистим магистрали, мы начнем заново отстраивать дороги и мосты. Ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов, но на шоссе она вам не поможет, не остановит орды, сэр. Мы в курсе, капрал. Орды, да, орды — это проблема совершенно иного уровня. Но у нас есть замысел. Замысел? Как сказал Бенджамин Франклин, проваливая подготовку, вы готовитесь к провалу. Мы не допустим провала. Костяк армии живет здесь, у ворот, и они готовы выступить по моему приказу. Эти палатки вместили сотни мужчин и женщин, таких как ты, тех, кто клянется посвятить свою жизнь борьбе. Но тебе я хочу дать особое поручение. Чтобы выполнить его, нужно нечто большее, нежели умение выживать и пользоваться оружием. Что ты за бред? Ты готов, сынок? Да, сэр. Сделаю, что прикажете. Ты спрашивал, как мы победим Орду. Я тебе покажу. Ни хрена! Черт! Вы как, лейтенант? Здрасте, полковник, я извиняюсь. Многовато ацетона бухнул. Лейтенант Уивер, инженер-химик. Его задача у нас... Взрывать все на... Делать оружие. Ну да, типа того. Я Уивер, Джеймс. Сент-Джон, Дикон. Армейская хрень у нас для показухи, правда же? Капрал Сент-Джон под командованием Коури. Если вам что-то нужно, водище, обращайтесь к нему. Еще как нужно. Сейчас дам ему список. Над чем работаете? Над загустителями смеси нафтеновой и пальмитиновой кислот. Вы делаете напалм? Да. Да. Чувак рубит в химии. Да просто догадался. Я не мешаю? Да не. Полковник. Уже почти получилось. Почти. Хорошо. Да. Очень хорошо. Куда вы дальше? К ведьме нашей. Вы свободны, лейтенант. Еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров. Не стоит, сэр. Осталось зайти еще в одно место. Я верю в проект лейтенанта Уивера, но то, что ты сейчас увидишь, может стать... нашим ключом к победе. Это что такое? Мэм, вот все, что было указано в заявке. Это кондиционер для белья? Нет, мэм. Ну-ка, прочитай. Ингредиенты. Хлор. Хлороформ. И... Терпин. Пошел вон. Пошел вон. Мэтт, ну что мне делать? Самой, что ли, за сырьем ходить? Вопрос решен. Лейтенант Уитакер, это капрал Сент-Джон. Он из подразделения Коури. Сумеет достать вам, что прикажете. Прочитай. Что? Прочитай. Ты как, читать-то умеешь? Ингредиенты: хлороформ, атерпениол, бензиловый спирт, этилоцетат. Пойдет, когда он может начать? Ну, да хоть сейчас. Не буду вас отвлекать. Оставь нас. Сара. Встать смирно.
Сара, я... Нет. Нет, ты... Ты погиб. Ты погиб. Ты не можешь быть жив. Погиб. Успокойся. Ты погиб. Все хорошо. Стой. Стой. Подожди, я... Я не понимаю, я не смогу... Я думал, ты не выжила, и я... Нет, они прорвались. Мы с Бухарем... Нам пришлось уйти на юг. В да, Неро, сказали, никто нет, не выбрался. Я нашел Брайана и нашел... Нервал был окружен. Они сказали, там гору. Все погибли. Я думал, что... Я думала, что больше, больше тебя не увижу. Нет, нет, я не Послушай, могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас, куда захотим, нет. без оглядки, Постой. Давай. Нет, нет, Дикон, я не могу. Они... Тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь? И мы можем в ней победить. Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу. Я же не могу так уехать. Мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной. Помочь мне. А потом, все, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец.